Некоторые театральные студии и компании, стремящиеся поделиться грузом полученных знаний со зрителями, стали вариться в большом творческом котле оперения, где собирались коллективы уже несуществующих сейчас школ Хабенского. Уроки не прошли даром. Студия с театральной 17 из Воронежа приехала в Казань впервые и привезла два спектакля настроения: «Небо над небом» и «Пластическое видение», сочинение Андрея Платонова «Ювенильное море». Мы берем то, что понятно им, на их мировоззрение, на их возраст, да, а можно ставить более сложные цели. Мне кажется, это более позитивный такой путь, более интересно тянуться. То есть многие из них, конечно, до этой работы, вот «Небо над небом», они не знали, что существует театр Пины Пауши, что существует Фридрих Ницше. Когда разум спит, фантазия в сонных грезах порождает чудовищ. Но в сочетании с разумом фантазия становится матерью искусства. Воронежские артисты приехали в нашу столицу безвозмездно, ведь любой такой выезд словно мастер-класс. Получив знания по пластике, окунувшись в нешкольный литературный мир, начинающие творцы открыли для себя то, от чего могут и задуматься их сверстники. И ты понимаешь вот эту вот всю тяжесть, вот эту историю, как все было, тяжело. И Платонов даже мне понравился впервые. И в итоге понимаешь, что это не обычный человек, это гений. Какой-то гений, который не из нашей точной реальности. Это кто? Ну, Ницше, во-первых, Герман Гессе, Достоевский. Студенческий молодежный камерный театр России – это целая планета, возможно, известный в Казани небольшому кругу зрителей, поглощаемых в основном театрами-мастодонтами. Но кто-то ведь просится наружу. Это начало, так сказать, творческого пути, лично для меня. Вот, потому что наша студия не воспитывает актеров будущих, а воспитывает творческих людей. Дмитрий Пивоваров, Сергей Ткаленко, телеканал «Эфир».